Сегодня, друзья, мы купили обувь. Вот такие туфли. Вот сегодня мы купили вот такие туфельки. Посмотрите, какие хорошие красавцы. Какой каблук. Вот такие туфельки мы сегодня, друзья, купили. Видите, какое все новье. Новье, друзья. Вот такие туфельки мы сегодня купили. Не одни, я купил трое таких. Сегодня я купил трое туфелек. Просто был на базаре, проходил мимо и думал, почему не купить туфли. Там очень хороший продавец. Вот такие туфельки мы сегодня не купили, но не выключайте. Я, конечно, многие скажут, зачем я это снимаю. Нет, я это снимаю конкретно для одного человека. Потому что на Viber я ему не могу отослать, потому что Viber не проходит так много информации, так сказать. Вот такие туфельки я купил сегодня, да. И я трое таких купил. Сейчас покажу следующие. Вот. Я ему просто на Viber сброшу эту ссылку этих туфлей, и он посмотрит, что я купил. Вот это у меня здесь, вот видишь. Вот здесь вот. Вот такие я купил туфельки. Потом я купил еще вот следующие. Сейчас покажу. Все новенькое в коробочках. Кстати, для подписчиков расскажу секрет. Многие подписчики смотрят на мои старые ботинки и думают, что я покупаю все старое. Нет, запомните. Мой принцип. Я никогда, никогда в жизни я не одевал старые обуви. Даже у меня были мои ботинки зимние. И как-то раз один знакомый говорит, ой, дай я померяю. Он одел их на свои ноги, снял. Я говорю, все, у меня такой принцип. Я уже после кого-то не одеваю. И я их выбросил. Сначала они у меня лежали. А потом я думаю, зачем они будут лежать, то я их просто взял и поставил на помойке, правда, в зимний период, чтобы там кто-то может оденет, вдруг кому-то надо вот такие вот, новье. Просто у меня многие знакомые, да, думают, что я покупаю что-то старое. Нет, друзья, старое я никогда не покупаю. Вот оно, видите, все новое, вот все видно, все новое, новым пахнет. Новье вот такие, видите, это типа набук или замшевые. Ну, такие были. Вот оригинал, хорошие, классные. Вот. Потому что многие друзья смотрят, может быть, даже Вика смотрит, знакомая, она думает, наверное, у меня такое все потертое. Она, наверное, думает, что это я все старое покупаю. Нет, старого я никогда не покупаю, никогда никаких старых туфлей. Ну, вообще, обуви, куртки, ничего я не покупаю старого. Видите, эту мебель на кухне старую, но я ее когда-то покупал новую. Видите, этот линолеум старый, но я его когда-то покупал новый. Видите, друзья, этот чайник, но я его покупал новый, хоть он уже состарился. Вот такие туфли. Вот такие туфли, вот, новье. Новье, вот такие замшевые, не знаю, видно тому человеку, которому я сейчас отправлю ссылку, чтобы он посмотрел. Вот. Новье, новеньким пахнет. Вот, купил сегодня такие. Вот еще третий. Сейчас покажу. Третий. Вот. Третий. Много моих знакомых, да, которых, понимаете, здесь среди вот этих подписчиков, да, много знакомых людей, которые, ну, лично мои, меня знают. Ну, такие, что меня знают не один год, что в гостях были, на праздники, на дни рождения приходили ко мне. Вот, не раз. На дни рождения были, да, у меня. Вот. Ну, Юра, например, вот Юра, да, у которого новый Кадиллак. Вот он приходил на день рождения в прошлом году, то есть позапрошлом. Да, ну, он знает, что у меня принцип все только новое. Юра, допустим, знает, что у меня принцип новое. А вот другие друзья, они думают, что оно у меня все старое какое-то. Вот так. И вот я говорю, что ничего у меня, друзья, старого никогда нету. Все новье, новье. Ну, видно же, вот все новье. Видно, видно, все новье. Новье все пахнет. Пахнет кожей. Все кожаное, хорошее, качественное. Я, друзья, привычка у меня какая-то такая странная, что я никогда не покупаю, друзья, единичную пару. Или что-нибудь единичное. Я пришел в магазин и говорю, дайте обувь. Померил, она говорит, берете? Я говорю, беру. Ну, правда, тут был мужчина-продавец. Ну, и несколько женщин, конечно же. Вот, беру. Я говорю, беру. Все. Ну, потом говорю, дайте тебе померить. Ну, все, уже я тебе прячу. Я говорю, я тебе не прячу, я тоже беру.
Потом она говорит, вот смотрите, штаны видите, это мне Таиса зашила. Вот. Штаны видите старые, но я их покупал, друзья, новые. Тапки старые, но я их покупал, друзья, новые. Кофта, видите, старые, но я покупал новые. Вот, и поэтому у меня такой принцип, я всегда говорю. Двое, трое, четверо. Там покупаешь штаны, сразу трое штанов. Покупаю туфли, сразу трое. Ботинки зимние купил, сразу четверо. Вот, я никогда не беру по одному комплекту. Вот.